Буэнос-Айрес, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами еще одним прогрессивным методом формирования силиконового шва. Вы вполне справедливо спросите: Серега, где твоя мастерская, где ты находишься? Я в теплице, это просто бомбический проект, но об этом в других видео. Сегодня для нашего способа нам понадобится, нет, не средство для очистки стекол, это обычная водопроводная вода с парами капель фейри, средство для мытья посуды. И еще вам понадобится какой-нибудь прямоугольный предмет. У меня кусочек пластика с ровными углами. Так, поглядим. Первым делом приклеиваем деталь, на которой вы хотите формировать шов. Это может быть, само собой, аквариум, но в моем случае это стяжка. Вы видите здесь, что с другой стороны стекла герметик вышел криво, естественно, да, как это и бывает. Тут с этой стороны стекла излишки. Теперь, собственно, сам трюк. Обильно, без жадности, все это дело опрыскиваем. Опрыскиваем шпатель. Так можно сказать, ставим под прямым углом и проводим. Таким образом у нас сформировался шов без излишек, особенных с внутренней стороны. И то же самое делаем с наружной стороны. Да, таким образом получился вот такой нарядный шов. Излишек тут минимум, они есть, конечно, но это потом на 2 секунды делов. У меня тут есть старый шов, где я уже сформировал таким образом. Сейчас покажу, там вы увидите, что излишек минимальное количество. Я не знаю, насколько хорошо видно вам, но вот вроде бы видно. То есть вот эта деталь, это ребро, и видны излишки, ну, в общем-то, их тут минимум самый. Надеюсь, говно. Надеюсь, этот видос был полезен для вас, вы узнали что-то новое, будете применять это на практике. Если вам понравился ролик, жмайте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне в группу ВКонтакте. До встречи, пока!